Всем здрасте. Это опять мы, это Маша и меня зовут Иван. Мы сегодня качаем руки. Руки это что? Руки это класс. Так, качаем руки. Предлагаю размять. Разминаю я всегда аналогичным образом. Именно трицепс. Трицепс разминаю вот так. Ну, давай я тоже буду. Женщина, успокойся. Одну ногу назад, руку мы ставим вдоль тела, лопатку привели, плечо назад. Таз отопырили, корпус немного вперед. Делаем изолированно на трицепс. Маленький вес на 25 раз. Чисто разгибание. Локоть у нас ходуном не ходит никуда. Вот вы его привели, лопатка, плечо на одном месте. Чисто на разгибать работаем. Разогреваем трицепс. 25. Ну, 25 раз мы сделали. Дальше на 25 на ту же самую руку. Одной рукой держите локоть, чтобы он не ходил ходуном. Вот. И прокручивайте в эту сторону. Тоже на 25 раз. Размере трицепсов. Дальше. Ну, первое упражнение. Брусья. Те, у кого не получается на брусьях, можно делать даже на зале на таких тренажерах, как гравитрон. Я могу это показать. Давай. Сейчас сделай Маша покажет. Нормально. Сколько у тебя вес? Давай такой поставлю. Не буду ставить. Руки как? Вот такой хват. Вот сюда. Ага. Да. То есть данный тренажер гравитрон работает как противовес. К примеру, если вы весите 50 килограмм, вы можете поставить здесь 20-30, и это компенсирует ваш вес. То есть, не знаю, 50 килограмм минус. К сожалению, я не вешу 50 килограмм. Да, Маша весит 70 килограмм. Вот, поэтому я поставил 36 килограмм, чтобы ее общая масса тела, которую она сейчас поднимает, была 34. Шутка, Маша не весит 70 килограмм, Маша весит 80. Опускайте максимально ниже. Вот, полное сокращение. Не вот так вот вы, блин, на брусьях отжимаете, а полностью опустили корпус и полностью давите. Да, Маша? Маша, да. Маша, еще. Надо все делать, да. Маша, конца. Давай. Еще. Еще. Еще раз. Да. Будешь бить своего мужа? Будешь бить своего мужа, Маша? Маша, качай руки. Надеюсь, не придется его бить. Да. Ну, вдруг тебя будет плохо вести. Ух, блин. Я тогда его отшлепаю. Отшлепка-то, наверное. Пошлите. Итак, трицепс мы размяли. Сейчас первое упражнение на брусьях на 4 подхода. Делаю на максимум каждое количество повторений. Если у вас офигенно сильные руки, и вы там делаете по 50, 60, 70 раз на брусьях повторений, то можете там повесить какой-нибудь блинчик, не знаю, утяжелитель, либо Машу наши, вот, и сделать отжимание на брусьях там. А если, например, не можете даже там, не знаю, несколько повторений сделать на брусьях, то можете сделать как Маша на гравитроне. Просто другой чуть-чуть ее ставить. Итак, погнали. Давай. В полную амплитуду. Не делайте вот так вот. Не да, в такой, блин, амплитуде. Как Ваня показывает. Да, сюда. Давай. Еще разочек. Молодец. Маш, я, короче, лоханулся. Поверишь мне по пятерке или по десятке? Это французский жим. То есть локти он не уводит. Они у него на месте, зафиксированы. Если уходит, можно помогать держать. Но ему не надо, он
все хорошо делает. Это потому что, почему? Потому что Ваня молодец. Да, Ваня молодец. Ваня, разговаривай, дыши, дыши. Давай, вверху. Вот, Ваня молодец, Ваня все делает правильно. Да. Да. Давай еще раз. Давай, два. Два раза. Еще два. Раз. Два, молодец. Теперь ты не тупой качок, но и сильный тоже. Итак, когда вы тренируете бицепс, сперва вы сначала забиваете предплечье, так как пучок бицепса крепится напрямую к предплечью. Если вы забиваете предплечье, очень сильно забиваете предплечье, и когда вы идете делать упражнение на бицепс, вы не сможете поднять большой вес. Если вы будете делать с правильной амплитудой, изолированный именно бицепс, вы будете делать очень маленькие веса. Такие, как буду сейчас делать я. Упражнение на бицепс у меня в суперсете. Первое на предплечье, потом сгибание гантелей и растяжение бицепса. Погнали! На предплечье можно делать как кистями наверх, к себе 25-30 раз, так и наоборот, в другую сторону. Да, и пальцами вниз. Я левую руку не чувствую. Вы сбиваете максимально. Все, я поняла, я чувствую. Ага. Так разогреваюсь я. Предплечье я сделал 3x петлях. Дальше идем сюда. Плечи назад. Руки вперед. Итак, лопатки я привел. Плечи назад. Я этим упражнением буду разогреваться. Руки чуть вперед. Вот. Полная плитовица. Полностью разогнул. Полностью согнул. На 15-16 раз. Ну и потянем бицепс. Растягиваем максимально. Мышцы бицепс. Давай. Так делаем после каждого подхода. Я ждала какого-то движения. Зачем? Просто тянулась и все. Все, потянул. Мы сделаем теперь на бицепс и трицепс сетом и все. Я просто захотел влезть в камеру. Ай. Так делаю я. Давай. Только меня не отвлекай. Ты меня отвлекала? Отвлекала. Теперь я тебя отвлекать буду. Давай. Больше растягивай свою бицушку. Ты хочешь нормальные бицушки? Качай свои бицушки, растягивай свои ручки, Маша. Маша полностью сгибает руки. Маша, что делать? Маша дышит. Маша дышит. Маша дышит. Маша, Маша, давай. Не смотри на меня, а работай. Сжими этот вес. Это не кроссовер, это фигня. И на трицеп сразу. Локти держим. Очень, кстати, классное упражнение. Очень хорошо растягивает трицепс. И доводит руки до сокращения. Полностью тут растягиваешь. Маша хорошая девочка. Маша давит. Маша жмет. Маша умеет делать? Маша молодец. Классно было, да. Все? Руки забили. Теперь я могу сдать Ване сдачи, чтобы он меня больше не перебивал. Вот. Слушай, сколько там челюсть выдерживает килограмм? 25. Кстати, девушка может вырубить парня, если под правильным углом дать. Ну. Да. И... Да. Но не Маша. И все. Не мне. Ждите следующего выпуска, ребят. Мы будем качать
Что-нибудь новенькое. Спину? Скорее всего, спину будем качать. Ну, да. Мы там решим. Может быть, не кажется спину. Ладно, давайте.